Дамбристка Кристина Фиш играет премьеру одного из своих самых любимых авторов Григория Зайцева вместе с самим композитором. Его музыка очень близка моему духу, это первый нюанс. А второй нюанс, она написана мастерски, она написана профессионально, и она написана с такой детальной проработкой инструмента, с чувствованием полной его фактуры. Вот мы сегодня, например, с ним считали количество приемов, которые он изобрел непосредственно на домбре, это составило 17 приемов. В общей сложности приемов исполнения на домбре различного уровня, как базовых, так и колористических, мы насчитали где-то 40. Григория Зайцева можно назвать музыкальным полиглотом. Он имеет несколько высших образований и старается овладеть каждым инструментом, для которого пишет музыку, потому что считает, что сегодня это необходимо каждому композитору. Многократно убеждался в том, что качественно и убежденно исполненная современная музыка убеждает и публику. Дело в том, что все дело, я думаю, в качестве преподнесения и в качестве собственной музыки. Единственное правило слушателя актуальной музыки – не закрываться от того, что ты слышишь, даже если это звучит непривычно. Екатерина Оружева, Сергей Пермовский, «Объективно», ННТВ.